Если однажды горячие парни лихо ведут пенсионный закон, если бензин вместе с водкой суммарно будут по ценам, как Дом Периньон, если взлетит НДС и квартплата, а курс рубля упадет до нуля, ты будешь знать, что враги виноваты, ты будешь верить, что это не я. Да, мой народ, то враги виноваты, да, мой народ, это точно не я. Если не сможешь поехать в Майами, Аэрофлот перестанет летать. Если чморить будут нас Скрипалями, если бабло перестанут давать. Если в сирийской далекой пустыне хлором зеленым вдруг станет земля, это враги настучим им по дыне. Это враги все, но только не я. Это враги по какой-то причине, злы на Россию, то бишь на меня. Верю, народ, что прекрасное царство, грудью дорогу проложим себе. Я, как бессменный глава государства, буду сидеть на трубе и тебе. Что до реформы, я был резко против, время пришло, я решительно за. Рейтинг, зараза, почти на излете, и как бы надо нажать тормоза. Дальше поем на торжественной ноте, тут по сценарию где-то слеза. Милые женщины, вот вам масштабы, вам на 3 года сейчас меньше пахать. И мужики могут тоже, как бабы, если мужик многодетная мать. Если случатся до пенсии вилы, кто-то помрет среди белого дня, верю всем сердцем, что и из могилы ты все поймешь и поддержишь меня. Верю всем сердцем, что и из могилы проголосуешь ты вновь за меня.